Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. На перегонки? О, держись! Это еще не конец.
Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями?
Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Молодец. Выходит, что Зеффы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Идем. Обратный путь должен быть короче. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Привет, бедяди.
Бедного Бобрика убили. Он пытался защитить свою семью. Нашел что-нибудь? Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти по Толли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова Дуралей! Ты знала его? Да, давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что.
Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Куда же? Мне кажется, что когда все это закончится, настанет время остепениться, встретить любовь, завести семью. Любовь? Ты? А что, думаешь, я не знаю, что такое любовь? Тогда давай просвети меня. Ну, слушай, это самое лучшее, но и самое трудное, что вообще есть. Для любви необходимо восхищение, преданность, влечение и уважение. Крис, это очень проницательно. Да, что ж, это приходит с опытом. Нельзя же выглядеть так хорошо и не быть сердцеедом. Ну да. Так, парень, садись, мы почти на месте. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефе, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи.
Хорошо. Вид у них недобрый. Иди сюда, Беди один. Беди. Просто проверяю, здесь ли ты. Кэл, ты меня слышишь? Имперцы. Они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Отлично. Я тут видел, как группа скатов расправилась с целым отрядом. Я убью его! Да не стойте, ты пожалеешь об этом! Молодец.
Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Эй, Биди. Я так, проверь. Куда вы нас ведете? Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Внизу кто-то есть! Погоди. Кто-нибудь еще сюда! Я знал, что все к этому придет. Ты нашел что-нибудь, Биди один? Здесь нарушитель. Так точно? Преследую нарушителя. Стреляю! Нужно не дать ему уйти. Приближается враг. Остался только я? Thank you.
Вернись сюда. Так что там было? Кажется, у нас проблема. Что? Отлично. Это один из Зефа. Значит, мы на верном пути, а? Беги. Ладно, я гляну. Мой друг, с тех пор, как я покинул Богану, я узнал о Зефо больше, чем надеялся.
У нас здесь нарушитель! Хочешь стать целью? В атаку! Этот джедай опасен! Открывай! Внимание! Сосредоточь огонь! Это хорошо не кончится! У меня получится! Идем. Сэры, базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Житель был ранен, но он убил штурмовика. Я не могу. Ладно, я гляну. Молодец. Внизу!
Посмотрим. И заняли планету Зефа, перераспределив ее жителей. Однако здесь не удалось найти ничего, что имело бы значение для проекта Бур. Электромагнитные ветры планеты вывели из строя большую часть нашей техники для горной добычи. Тем временем все больше штурмовиков гибнет от опасной фауны. Мы не сможем выполнить здесь выданные нам предписания. Рекомендую закрыть проект и оставить небольшой аванпост для охраны наших технологий от мусорщиков. Теперь мы наедине, Джедай.